Беременную девушку и ее подругу сбили прямо на пешеходном переходе. Что сейчас с пострадавшими и как это было, расскажем в первом материале выпуска. До прибытия врачей помощь пытаются оказать очевидцы, ведь они первыми увидели, что водитель иномарки сбил сразу двух женщин прямо на пешеходном переходе. Собственно, все это произошло на глазах у Елены Гайбут. Женщина работает продавцом в павильоне и в момент аварии как раз смотрела на улицу. Они вышли из автобуса, она могла их не видеть, но перед пешеходом-то она должна была затормозить. Скорость-то у ней была, она бы ее от пешеходной дорожки не набрала вот до сюда столько, такой скорость, чтобы их протащить туда, чтобы они отлетели. Они вот оттуда они долетели вот до сюда. Тапочки аж сюда, туфли у этой беременной улетели сюда. С места аварии пешеходов увезли в больницу. Одна из пострадавших, 18-летняя девушка, на 6-м месяце беременности она получила тупую травму живота. Сейчас врачи выясняют, отразится ли это на здоровье будущего ребенка. Еще у одной пострадавшей врачи выявили перелом руки и травму головы. Ее состояние оценивают как стабильное, и ее жизни ничего не угрожает. И, скорее всего, через несколько недель женщина пойдет на поправку. На самом деле переходить дорогу в этом месте довольно-таки опасно. До перекрестка образуется пробка. И когда водители выезжают из нее, то скорее всего пытаются наверстать упущенное время и увеличивают скорость. Однако не заметить пешеходов можно и из-за автобусов. Некоторые из них останавливаются прямо на зебре. Женщина-водитель пояснила, что она не увидела пешеходов, которые, якобы нарушая правила дорожного движения, переходили проезжую часть впереди автобуса. Женщина в любом случае должна была притормозить перед пешеходным переходом и, только убедившись, что пешеходов нет, продолжить движение. Экспертиза показала, что в момент аварии водитель была трезва. Сейчас предполагаемой виновнице грозит штраф до 5000 рублей, либо лишение прав на срок до 1,5 лет. Каким будет наказание, зависит от того, насколько серьезный вред здоровью получили женщины-пешеходы. Павел Марчуков, Сергей Полянский. Новости по будням.